Cause I'm the E. Привет, друзья! Вы на канале «Русская дымка». У нас сегодня третья серия с очаровательными девушками. Наш цикл называется «Самогон – это сексуально». И я думаю, вы сами это видите. Девчонки, представьтесь. Всем привет, меня зовут Ангелина, я из бара «Зажигалка». Всем привет, меня зовут Валерия, я тоже из бара «Зажигалка». Для тех, кто пропустил первые две серии, ссылки на них будут внизу под роликом. А я пока кратко расскажу, что же там было. Мы начали с азов, мы поставили брагу в первой серии. Брага у нас отгуляла, и во второй серии с двумя очаровательными Настями мы эту брагу перегнали, мы сделали первую перегонку, и у нас получилось... Девчонки, сколько литров спирта сердца у нас получилось? 3 плюс 3 плюс 3, 9 и еще чуть-чуть. Ну, будем считать, что 10 литров спирта сердца получилось. Сейчас мы будем делать вторую перегонку, самую интересную. Будем отбирать головы, хвосты, укреплять наш продукт, ну, для того, чтобы все было как надо. Ну что, начнем заполнять наш куб. Девчонки, и ваше первое задание. Спирт-сырец должен оказаться в этом кубе. Действуйте. Запах? Нормально? Может, так будем пить? Нет, не будем. Ну, тогда переливайте, будем перегонять. Мы определились, что у нас здесь 10 литров, правильно? Надо измерить крепость. Надо измерить общую крепость. У нас в разных банках была разная крепость, потому что в начале первой перегонки идет очень крепкий спирт, а в конце практически вода. Сейчас, когда мы перемешали, соответственно, нужно измерить общую крепость всего этого дела. И для чего это нам нужно? Нам нужно понять, сколько в этой спирте сердце, ну, собственно, чистого спирта настоящего. Это мы будем называть абсолютным спиртом. И исходя из количества абсолютного спирта у нас в кубе, мы посчитаем, сколько нам нужно отобрать голов. Головы – это то, что пахнет ацетоном. Это по запаху похоже на то, чем вы лак с ногтей снимаете. Как мы во время второго ролика выяснили, это похоже на этот запах. Поэтому я думаю, что когда мы будем отбирать головы, вы мне четко, безошибочно скажете, когда они идут, а когда они уже закончились. Но для надежности мы все-таки посчитаем их необходимое количество и будем отбирать правильно. Поэтому давайте измерять крепость. Крепость мы будем измерять вот в таком вот мерном цилиндрике, ну, потому что в кубе у нас недостаточно глубоко. Вот эти штуки, как ты сказала, называются ареометры. Соответственно, они работают по принципу поплавка, и в зависимости от того, насколько глубоко они погружаются, видите, здесь есть шкала. Соответственно, можно понять крепость жидкости в нашем баке. Набирай. Что, прямо туда? Прямо туда. Там можно руки мыть, умываться, потому что мы сейчас это все перегоним, и никаких следов не останется. Ну вот так и держи, нормально. Прямо над баком, а ты запускай один ареометр. Нет, нет, нет. Ты что? Шкалой вверх. Так, мы угадали? Смотри, 38. У нас 10 литров спирта сердца крепостью 38. Сейчас будем заниматься математикой, будем считать. Я достаю калькулятор. У нас задача отобрать головы в объеме 10% от абсолютного спирта. Соответственно, если у нас есть 10 литров, то есть 10 тысяч миллилитров спирта сердца в баке, мы знаем, что крепость у него 38, значит, умножаем это на 0,38. И получаем, что у нас в этом баке 3,800 абсолютного спирта. Умножаем на 0,1 миллилитров, получаем, что мы должны отобрать 380 миллилитров голов. Теперь у меня для вас будет следующее задание. Аппарат, вы видите, я уже собрал, он практически готов, но у нас есть царга. У нас есть царга, ее нужно наполнить насадкой. Чем больше мы насадки установим в эту царгу, тем крепче, тем будет у нас на выходе дистиллят, тем он сильнее укрепится. А так как брага у нас ничего интересного из себя не представляет, это простая сахарная брага, наша задача получить максимальную крепость на выходе, потому что мы не хотим
получить какие-то ароматы из сахарной браги. Если бы там была какая-нибудь солодовая брага, зерновая или фруктовая, на коньяк, на чачу. Мы хотели бы, наоборот, чтобы прихватить какие-то запахи из исходного материала. А здесь мы ничего не хотим, мы хотим максимальную крепость. Поэтому царгу мы будем заполнять максимально. Она заполняется вот такими вот сеточками. Это называется насадка Панченкова. И устанавливается она таким образом. Мы берем, скатываем ее. Правильно, давай следующую. Давай, не-не-не. Просто царга толстая. Царга толстая, и поэтому мы будем делать двойной рулончик. И будем устанавливать ее вот так. И сейчас ваша очередь. Ну что, взяли по две насадочки и скатываем. Кто быстрее? Кажется, у нас есть победитель. Бери оставшийся рулончик и скатывай. Но мы его сверху загрузим, чтобы он точно не выпал. Все, у нас царга укомплектована насадкой, и мы можем собирать аппарат. Крышку мне, пожалуйста. Спасибо. Крышку мы закрыли. Хомут сейчас застегнем, чтобы ничего у нас зря не улетало в атмосферу. И сейчас наша задача кламп. Сейчас наша задача прикрепить аппарат на его законное место. Кламп. Держите. Нет, вот за это место, за это не удержишь. Крепко держи, чтобы прямо стоял. Так, отпускай. Чуть-чуть разверну. Вот он, наш красавец, аппарат VN4 Pro на 2 дюйма в сборе. Сейчас я запускаю плитку. Мы разогреваем наш куб. А у нас на столе осталось два термометра. Вот термометр тебе. Вот термометр тебе. Ваша задача найти на этом аппарате два гнезда и установить термометр. Нет. Нет. Да. Прыгай. А второй? Одним термометром наверху мы измеряем температуру в колонии. Умница. Вторым термометром мы измеряем температуру в баке. Вот так, смело туда до конца. Вот таким образом мы будем знать температуру в кубе. Это для нас на второй перегонке не самое главное. И мы будем знать температуру наверху колонны. И это самое главное для нас при второй перегонке. Ну а сейчас настало время подключать охлаждение. Куб у нас нагревается, пар у нас пойдет вверх. Здесь у нас стоит дефлегматор. И этот дефлегматор, часть пара будет конденсировать. И он будет стекать вниз по насадке. Когда он стечет вниз по насадке, он будет по ней стекать, пар будет подниматься навстречу. В результате будет происходить тепломассообмен. И со временем, постепенно, во время работы колонны, у нас вот в этой вот царге произойдет самое интересное. То есть легко кипящие фракции у нас окажутся наверху, тяжело кипящие фракции окажутся вверху, и мы сможем отбирать не все, что попало, не все, что находится в этом кубе, а сначала легко кипящие фракции, потом интересующий нас спирт и в конце тяжело кипящие фракции. Легко кипящие фракции называются головами. Это как раз то, что пахнет похоже на... Да, ацетоном похоже на то, чем вы снимаете лак с ногтей. А в конце тяжело кипящие фракции, хвосты, это то, чем славен самогон, это запах сивухи. Так вот, наша задача будет отобрать головы и убрать их, а потом отобрать тело, пока не подошли хвосты, и тело использовать по назначению, то есть выпить. Сегодня мы с вами этим и займемся. Ну а пока подключаем охлаждение. Ты еще не пила самогон? Нет. Неправда пила, только что. Так, это вот туда на кран. На кран. На кран. Да. А у нас
нас же сейчас самогонные аппараты не в свободном доступе продаются. У нас абсолютно в свободном доступе самогонные аппараты. Ну как, за деньги. И, соответственно, у нас есть две... Ой-ой-ой, вся моя алхимия упала. Соответственно, у нас есть две магистрали подвода воды через тройник. На каждой из них находится игольчатый кран, то есть мы можем управлять охлаждением на дефлегматоре и на холодильнике раздельно. И мы подключаем один на дефлегматор и второй на... Я сделаю наоборот. Так у меня по кранам удобнее будет регулировать. И, соответственно... С этих двух шлангов у нас пойдет слив горячей воды, ну или теплой системы охлаждения в раковину. Бросай в раковину. Так, ну что, настало самое ответственное. Я открываю краны. И вот там вот кран. Его чуть-чуть приоткрой и опусти вниз на себя. Вниз на себя. Вниз на себя. Вниз на себя, правильно. Так. И чуть-чуть открывай, не спеша, пойдет вода. И мы проверяем, пока еще аппарат у нас не горячий, мы проверяем герметичность нашей системы охлаждения. Можно немножко посильнее открыть. Вот, вода по трубочкам пошла. Сейчас она заполнит холодильник, заполнит дефлегматор. Подводящие охлаждение шланги мы подключаем к нижней части холодильника и к нижней части дефлегматора. Для того, чтобы вода у нас весь объем рабочий холодильника и дефлегматора заполняла, и там не осталось воздушных пузырьков. Потому что если там останутся воздушные пузырьки, то что? Ничего не получится. То он работать будет не в полном объеме. Вот таким образом. Ну вот, вода у нас пошла. Ничего нигде не капает, все герметично. Значит, пока воду можно перекрыть, и мы ждем, когда у нас прогреется куб, и когда он прогреется, этот сарго начнет становиться теплой, и тогда можно будет подать воду. Ну а пока мы ее зря не расходуем, пока мы ждем, когда произойдет нагрев. Девчонки, смотрите, что у нас происходит. Потрогай саргу. Горячая? И здесь горячая? Нагрев у нас дошел до самого конца. Мы подали максимум охлаждения на дефлегматор и минимум на холодильник. Вот у нас сток воды из дефлегматора. Вот, держи. Смотрите, какой поток. А вот сток воды из холодильника. Здесь совсем маленькая струйка, нам больше ей не надо. Бросай. То есть сейчас мы максимум охлаждения подали на дефлегматор, и колонна работает на себя. Ей нужно так поработать минут 10-15. Да, правильно, здесь вода, здесь дефлегматор. Смотри, у нас сейчас здесь подается мощность 2000. И вся эта мощность заворачивается назад вот этим вот дефлегматором. То есть весь пар, который поднимается, возвращается обратно в колонну, колонна работает на себя. И здесь у нас сейчас температура 26, то есть выше, нагрев не проходит. Колонна работает на себя, и в ней происходит именно то, о чем я рассказывал. То есть расслоение фракций на быстро кипящие и тяжело кипящие. Колонна у нас поработает на себя минут 15-20. И можно будет медленно и постепенно начинать отбирать головы, то есть легко кипящие фракции, которые скопились вверху колонны. Ну что, колонна у нас на себя поработала минут 20. И настала пора воспользоваться кранами тонкой настройки и перераспределить поток воды. Я полностью открываю поток воды на холодильник. Опа! Вот хорошо, что там не было ареометра пока. То есть виски я делаю неплохой. И смотрите, я полностью открыл сейчас поток воды на холодильник. Соответственно, вот у нас вода с холодильника идет. Вот таким вот потоком держи. Так, а на дефлегматор вот таким. Я хочу просто, чтобы было оба видно, двумя руками держи. Да, сейчас начнется самое интересное. Итак, холодильник у нас полностью открыт. Я чуть-чуть прикрываю охлаждение на дефлегматоре. И смотрите, как у нас перераспределяется вода. На дефлегматор все меньше и меньше. На холодильник все больше и больше. Сейчас вода с дефлегматора будет выходить тонкой струйкой, холодная.
и он уже меньше спирт сможет возвращать в колонну. Соответственно, спирт начнет проходить на отбор, у нас начнет расти температура вот здесь, вот на этом термометре. И мы добьемся того, чтобы отбор у нас шел медленно. Правильная скорость отбора голов – это 1-2 капли в секунду. Ну вот смотри. Пошел медленный-медленный отбор. Спирт наш продавил дефлегматор и медленно через холодильник просачивается. Вот с такой вот скоростью мы будем отбирать 380 миллилитров голов. То есть это лишнее, то, что нам не нужно. Да, это то, что пахнет средством для снятия лака для ногтей. Ацетоном. Да. А сейчас я вам предлагаю взять несколько капель на ладошку, которые у нас капают. Да-да-да. Вот так растереть и понюхать, чтобы знать, как пахнут головы. Чем пахнет? Это слабо похоже на ацетон. А на что похоже? Ну, похоже на ацетон, но не сильно. Ну, потому что там, кроме ацетона, куча другой дряни, на самом деле. И жидкости для снятия лака, помимо ацетона, много других стандартов. Ну, да. Пахнет сильно. И сильнее, чем ацетон. Ну, там всякие ароматизаторы, да. Что, прониклось? Вот сейчас вот в таком вот темпе мы будем отбирать 380 миллилитров голов, а потом будем снова нюхать и проверять. Если неприятного запаха больше не будет, если будет пахнуть нормальным спиртом, то значит мы продолжаем отбирать тело. Что за тело? Тело самогона. У нас есть голова, тело и хвост. То есть голова нам не нужна, тело это то, что нам нужно, да. А хвост это то, что нам опять-таки не нужно. Умница. Ну что, девчонки, головы отбираются долго, мы будем 380 миллилитров по капельно отбирать, поэтому я предлагаю подкрепиться. Только не слышала шума. Ну что, друзья, у нас прошло около 4 часов, примерно 400 миллилитров голов мы отобрали, и я сейчас предлагаю пробовать на ладошку понюхать. Скажите, как изменился запах? И спирт нам сладок. Сейчас я проверю ваши показания. Да, нормальный спиртовой запах пошел, поэтому мы меняем тару и настраиваем нормальную скорость отбора. Ну вот смотрите, здесь у нас остались головы, здесь мы сейчас отбираем тело. Ну вот с такой вот примерно скоростью оно у нас будет отбираться. Постепенно по ходу отбора скорость будет замедляться, и мы получим здесь крепкий спирт, ну порядка 92-93 градусов. Сотки не бывает. Спирт ректификат имеет крепость максимум 96,6. У нас где-то 92 на выходе здесь будет. Ты представляешь, как будто такая маленькая с этой сотки упала. Вот, а это головы. Употреблять их ни в коем случае нельзя. Они идут на розжиг костра, на розжиг мангала. Некоторые, кто не жалеет свою машину, отправляют их зимой в бачок для омывайки, потому что они не замерзают. Ну, по сути дела, плохая омывайка, которая пахнет ацетоном, она по составу чем-то на это похожа. Такие дела. Мы ждем, пока отберется расчетное количество нашего спирта. Ну что, друзья, мы долго гнали, девчонки устали. Некоторые уже почти прилегли спать тут у меня на рабочем столе. И вот смотрите, стало капать уже медленно, конец обзора. Вот я явно чувствую хвостовые фракции, потрогайте, понюхайте. Чем пахнет? Невкусно пахнет. Невкусно пахнет. Фу, очень сильно сивухой пахнет. Правильно, правильно. Поэтому на этом мы отбор прекращаем. Но давайте сейчас проверим крепость результата. Какую крепость видишь? Ну, где-то 92-93. Ну вот я бы сказал, все-таки мы по нижнему мениску меряем. Сейчас он успокоится. 90-92. Это хороший результат. Мы
долго гнали, и мы устали, мы практически поспать успели, но мы справились с процессом второй перегонки. Спасибо, девчонки. На этом на сегодня у нас все. Желаю вам крепких напитков и красивых девушек рядом с вами. Вы на канале «Русская дымка».